Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Oh, you.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. На Тя, Господи, уповаю, да не постыжуся вовек. Правдой Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, вскори изъяти мя. Будем и Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое и святы, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия южа с крышами, яко Ты еси защититель мой, Господи. В руцы Твои предложу дух мой, избавил меня си, Господи Боже истины. Возненавиделось и хранящие суеты вообще, аж же на Господа уповах. Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрелось и на смирение мое, спаслось и от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражии, поставилось и на пространне нози мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятися ярости и око мое, душа моя и утроба моя. Яко исчезе болезни живот мой, и лето мое воздыхание, изнеможе нищетою крепость моя, и кости мои смятошася, от всех враг моих бык поношение и соседа моим взяло, и страх знаемый моим, видящий имя вон бежаша от меня. Забвен бык, яко мерт от сердца бык, яко сосуд погублен, яко слыша гождение многих живущих окрест, нигда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша. Аже на Тя, Господи, упала хрех, Ты си Бог мой, в руку Твоей жребии мои, избави меня из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделалось и уповающим на Тя пред сыны человеческими. Скрыешь их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыешь их крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Своего граде ограждения, а жерех во иступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышалось и глас молитвы моей я, нигда возва к Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излиши творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Господи, прибежище былось и нам в род и род, прежде даже горам не быть и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, и рекл иси, обратитеся сынами человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди и стража ночная, уничижений лето будут утро, яко трава мимо иди. Утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положи на себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множая их труд и болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твоей счасти, десницу Твою таков скажи мне, коварный сердце мудрости, обратися, Господи, доколе и умолен будет на рабы Твоя,
исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни вняже смиренные си, лето вняже великом злая, и призрена рабы Твои, и на дела Твои, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, ве заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавите от сети ловчие, словесе мятежно, плечма своима осенит тя, и под крыле Его надеющийся, оружием обыли тя истина Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны Твоей, а тысяча тьма лесную Тебе, к Тебе же не приближится, а бачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое, не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упала, и избавлю и, покрыю, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть на скорби, изму его и прославлю его, долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благо есть исповедайтеся, Господи, и пейте имени Твоему Вышнее, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятиструнным псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меси, Господи, в творении Твоем и в делях руку Твою возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих, внегда прозябоша грешницы, яко трава, и проникоша вседелающие беззаконие, яко да потребятся век века. Ты же вышний во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся вседелающие беззаконие, и вознесется, яко единорога, рог мой, и старость моя в елее мастите, и воззре око мое на враги мое, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко финикс, процветет, яко кедры и живливание умножится, насаждение в дому Господне во дворе Бога нашего процветут. Еще умножится в старости мастите и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда приеши ко мне, прихождах в незлобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим и весь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не идях. Очи мои на верные земли, посаждайте я со мною, ходя по пути непорочно всеми служаше, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню, глаголы неправедно не исправляши пред очима моима, воутре избива вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет убо дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет убо дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут убо все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его, от скорби призвал Господа и услыши мя в пространство. Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князя. Все языцы обыдоши мя, именем Господним противлякся им. Обышедши обыдошами именем Господним противлякся им, обыдошами, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, и Господь прият мя,
крепость моя и пение мое, Господь, и быть мне во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня возни семя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду и повем дела Господня, наказуя наказами Господь, смерти же не предадемя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся Господи, сия врата Господня, праведни и внидут в ня, исповемся Тебе, яко услышал меси, и был исими во спасение. Камень Его же небрегожи зиждущий, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сей, и есть день в очистях наших, сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господня, благословихом вы из дома Господня, Бог Господь, явися нам, составите праздник во очищающих до рук алтаревых, Бог мой, си ты, и исповемся Тебе, Бог мой, си ты, и вознесу Тя, исповемся Тебе, яко услышал меня си, и был еси мне во спасение, исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его». Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся творишь его благодеяние жизни нашей, яко упокоилась и нас в пришедшем ночном времени, и возвилась и нас от ложей наших, и поставилась и нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и выну к Тебе зреть и Спасителю, и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши уба и помилуй, богоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги, прими я же по силе нашей благодарения, дашь нам благодать и силу в отверзении уст наших и научи нас оправданием Твоим, яко что помолимся, яко подобает и невемые, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены, аще же что согрешихом даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослабе, оставя, прости. Аще бы беззаконие надреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть, у Тебе избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защитель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яжеко спасение, прошение и жизнь вечную, в немощах сущей посети, исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, служащим, милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным, молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресещают свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойный раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу во Святей Троице, единому славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вин на себе, Тебе, Богу моему, представляю и имею волю каятися,
точию, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, яко во истину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови. Молитвами святых Отец наш, и Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй мне. Аминь.